Привет всем! Хочу показать еще один вариант, как можно использовать штангель-циркуль для калибровки доски на резьмусе. Пусть это будет либо метава, либо джет, не имеет значения. Используем такие вот маленькие струбцины, чтобы не портить резьмус, не солить никаких дырочек, там ничего не придумывать лишнего. Все просто гениально. Здесь мы вбиваем электронный таймер. Дальше мы используем вот такой резьмус. Всем спасибо.